Проверку экстремальными условиями проходят разведчики Южного военного округа. В Северной Осетии стартовали занятия по горной подготовке. Бойцы учатся действовать четко и слаженно, когда вокруг скалы дождь, холодный ветер, и в любой момент на пути может оказаться засада. За маневрами наблюдает Муслим Басханов. 5 подрывов сразу, чтобы остановить движение противника. Это имитация противопехотных мин, но в реальности уже были бы убиты и раненые. Преследовать группу напавших нельзя, засад может быть несколько. Рота должна отойти и навести артиллерию, либо ждать поддержки с воздуха. Действия каждой из сторон оценивают инструкторы. Была основная и очень важная ошибка – это пересечение секторов. То есть свои же люди попадали в сектор стрельбы своих людей. Во время ведения боя это означало бы, либо это их товарищи не стреляли, и противник мог беспрепятственно вести огонь по ним. Либо, если бы они стреляли, они бы нанесли поражение своим товарищам. Сержант Каменский о боевых буднях знает не понаслышке. Если для многих эти учения первые, то он нес службу и в горячих точках, где даже погода становится настоящим испытанием. Это экстремальные условия. Там холодно, в первую очередь, зимой. Дожди могли быть, то есть 7 суток. В горах тоже как бы дает о себе знать. Отработка метода ведения разведки от наблюдения и поиска до налета и диверсии – это далеко не единственное, чем учат разведчиков на этом специальном горном полигоне. Переходы через горы высотой 2500 метров – задача не для слабых. Это может занять до 2 суток. Стрельба по мишеням из занятых позиций, на сей раз боевыми, когда ведется учет каждого поражения цели. Наконец, полоса препятствий, которая повторяет горный рельеф. Несколько минут для прохождения – это норматив. Главное – хорошо подготовиться, пару раз не спеша. Собрано все пройти и потом уже нарабатывать время. Вестибулярный аппарат отрабатывается на большинство, что на веревке пройтись, что по бревну. Баланс, равновесие. Один из самых сложных этапов горной подготовки – это скалы на высоту в 25 метров. Разведчики должны подняться за считанные секунды и спуститься в полной экипировке, отражая огневую атаку противника. Тебя человек страхует, и ты сам своими силами поднимаешься, то карабкаешься, можно сказать. Преодолеть свой страх перед высотой. Если есть большое желание, можно привыкнуть ко всему. В комплексе во время учений редко удается получить оценку на отлично. Поэтому, как здесь говорят, твердая четверка – это уже серьезное признание. Всего в этих учениях задействованы около 400 разведчиков Южного военного округа. Здесь, в горах, их готовили 2 месяца. По итогам учений инструкторы выберут лучшую роту. Муслим Басханов, Ибрагим Амирханов, Ислам Старханов. Первый канал, Республика Северная Осетия.